мотор. Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, aziz vatandoshlar, Xalq banki lotereyasining ashaddiy ishqibozlari. Добрый вечер, уважаемые. 9 декабря, 192-й тираж лотереи «Суперлото», игра 6 плюс 1. Прямой эфир начинается. 192-й ютуклар тираждамыз, джонли эфирдамыз, барча-барча юрташларымызге омад. Ва бүгін барча категориялар бойчу ютук фонду суммасы джама 6 миллиард сомдан артықны ташкил қылады. Сумма призового фонда по всем категориям превышает 6 миллиардов сумм. Бірінші категорияге, яғни супер ютук отамыз, джадвал корнышты. 5 миллиард сом. А самая внушительная категория, первая, суперприз, 5 миллиардов сом. Давом итамыз. Икинчи категория, кетта джекпот, 980 миллион 292 200 сом. Третья категория или малый джекпот, 441 миллион 711 тысяч 63 сумма. В тортинчи категория, 5 тарик, 68 миллион 21 700 сом. И еще три категории, где выигрыши фиксированы. Пятая, здесь 1 миллион 200 тысяч сом. Алтынчи категория, бруз зигырма мин сом, да? И седьмая категория, 60 тысяч сом. Ана енді, бүгінгі телеойны кузатып баруучы хайат раисы ва унинг азаларны хам таныштырып отсак. Демак, Тажибаев Илхан Пулатович, Халк банкы маркези аппаратыда бөлім башлығы, хайат раисы. Член комиссии Баракаев Мавлидин Джавланович, главный специалист Центрального аппарата Народного банка. Исламов Олимжон Ахмадович, Халк банка маркези аппарата да бош мутахасис, хайат азосы. И еще цифры. В сегодняшнем тираже участвуют 27 тысяч 12 билетов. И они содержат 99 тысяч 614 всевозможных игровых комбинаций. Ташаккур айтамыз юрташларымызге ва ройхаттан өткен ойын билетлер түшірілген диск мархамат хайат раисиге топшырылды. Бір нече сонелер қалды, фақат омат тілап қоямыз. Самое интересное впереди. Удачи! Козунгингизде, джонли эфирде бірінші лототрон ішке түшті. 40-та шар жойлашкен манашу лототронда асоси 6-та рақамды көрамыз. Асоси 6-та шар. Ва сон, ең қызықарлысы, икінші лототронда давам етеді. Демек, бізді бірінші шар бар, бұл 27 рақамы. 27. Икінші шар 23. 23. Учинчи шар. От стоккас. 39. Тортинчиса 17. 17. Яна икита шар бар. 1 рақамы. 7. 1. 1. Сейчас подойду лично, посмотрю. Да, 1. А мне сверху показалось, что 7. Бу 5-чи шар еді, ва 6-чисы бізді 22 рақамы. И 22. Это пока не все. Повторим выпавшие числа из первого лототрона. 27, 23. 39, 17, 1 и 22. Мен хам кайта работаман. 27, 23, 39, 17, 1 ва 22 рақамлары түшті. Бірінші лототрондан ең қызықарлысы алдынды деп айтып өткендік. Мана ұшы фұрсат, біз ікінші лототронын ішке түшірамыз. 20 шардан биттасын көрамыз. Қайсы шар 6 плюс 1 комбинациясыны хасыл қылады. Из 20 имеющихся шаров во втором лототроне выпадет самый главный, один-единственный шар, который скажет, выиграл ли сегодня кто-то 5 миллиардов или нет. Он. И это десятка. Вот теперь игровая комбинация полностью сложилась. 6 шаров с первого лототрона, один со второго. Угадывайте и смело
нагло, дерзко забираете 5 миллиардов сумм. Колдан келгенче харакет кылышады. Ну да, после проверки, конечно. А для этого нужно сохранить свой лотерейный билет до самого конца, чтобы потом предъявить, доказать, что смотрите, это я вот такой счастливый, готов забрать 5 миллиардов сумм. То есть билеты лотерейные, он маленький, компактный, не сминайте, не девайте никуда. В чехол телефона положите, телефон-то всегда с вами, он такой ровненький, красивый, будет ждать вашей победы. To'g'ri, bu kerakli tavsiyani aslo unutmang. Mana shu yutuqli biletingizni yo'qotmasligingiz so'raladi, chunki aynan sizning qo'lingizdagi yutuqli bilet ekspertizadan o'tkazilgandan so'ng sizga yutuqli summalar taqdim etilishi rejalashtirilgan. Demak, shunday ekan, mana shu eslatma doimo yodingizda bo'lsin. Har holda ishonamiz, siz agar yutsangiz, g'oliblar safida bo'lsangiz, o'sha biletni albatta yo'qotmaysiz, uni kerakli joyda, muhim yerda saqlay olasiz. Va shubhasiz mutasaddilar tomonidan sizga ajratilgan yutuqni albatta qo'lga kiritishingiz mumkin. Buning uchun mana shu eslatmani aslo unutmang. А если вдруг в первых четырех категориях сразу несколько человек угадают, ну, допустим, суперприз, вот раз и двое, или трое, или десять угадали, то, конечно, сумма суперприза — это 5 миллиардов сумм. Поделится поровну среди всех выигравших. Таковы условия лотереи. Ну и где играть? Я думаю, что вы это знаете. В любом из филиалов Халкбанка. Их много по Ташкенту, по Узбекистану. Банк работает в удобное для всех время, поэтому заходите, приобретайте лотерейный билет. Цена одной комбинации – 5000 сумм. А возможность выиграть, ну вы слышите, 5 миллиардов сумм однозначно стоит того, чтобы, ну даже не рискнуть, а просто попытать счастье. То потом. Спасибо. Рахмат. Ну, результаты получены, объявляем. По седьмой категории количество выигрышных комбинаций 102, сумма выигрыша на каждую по 60 тысяч сумм. Oltinchi kategoriya bo'yicha 164 nafar yurtdoshimiz 120 ming so'mdan qo'lga kiritishdi. По пятой категории количество выигрышных комбинаций 7. Сумма выигрыша здесь тоже фиксированная. 1 миллион 200 тысяч сумм получит каждый из семерых. To'rtinchi kategoriya bo'yicha esa 3 nafar omadlilar bugun 22 million 673 ming 900 so'm egasiga aylanishdi. Tabriklaymiz albatta. Поздравляем троих по четвертой категории. Каждый из вас выиграл по 22 миллиона 673 тысячи 900 сум. Очень солидно, достойно, Albatta. При том, что потратили 5000 сум на покупку билета. Третья и вторая категория нули, вы это видите в таблице. Ну и главный вопрос. То есть если по третьей и второй по нулям, это не означает, что по первой ноль. Правильно? Может же быть и наоборот. Вот не угадали эти категории, а первую раз. Но сегодня этого раз не произошло. Не угадали комбинацию 6 плюс 1. Ха, қадірлі юрттошылар. Демек, бірінші категория супер ютқыны бүгінгі тиражды хам хеч кем қолге кірті алгені йоқ. Лекін хафа болышке хам асла хаджет йоқ, чүнкі Халкбанкі навбаттаге 193-чі тираж үчін супер ютқыны 5 миллиард сомдайы элан қылады. Да, суперприз все так же цел и невредим, 5 миллиардов сом. О чем это говорит? О том, что надо более рьяно, быстрее, тщательнее, качественнее играть и, конечно, верить и действовать, и не сдаваться. Не получилось сегодня, конечно, каждый из вас хочет именно суперприз, именно 5 миллиардов сумм. Получится в следующий раз. Haqiqatan ham bugun bo'lmasa kelasi safar albatta sizga omad kulib boqadi. Biz esa bugungi o'tkazilgan tiraj yuzasidan hay'at raisiga murojaat qilamiz. E'tirozlar bor yoki yo'q? Bugungi lotereyalar faoliyatini tartibga soluvchi me'yoriy hujjatlar talablari asosida o'tkazildi. E'tirozlar yo'q. Katta rahmat, e'tirozlar yo'q. Yurtdoshlarimizga aytib o'tganimizdek, faqat va faqat omad kulib boqsin, hamisha g'oliblar safida bo'ling. Удачи во всем, что вы делаете. У нас все. До свидания. Корешкунчик.